понимаем друг друга, как это трудно. И между нами стихия, мы словно глухонемые, и в этой тесной квартире мы как чужие. И вот без всякой причины каменной глыбой вдруг накопились обиды, конца им не видно. Пустые длинные споры и ни о чем разговоры, и любопытные взоры в конце коридора. Виновна в том, что трудно.